Галиной. Для Серафима эту песню я уже пел, но они попросили меня еще раз ее спеть. Я ее с удовольствием спою. Эта песня называется «Парижское такси», друзья. Итак, для Галины и для Серафима, а потом еще песня будет для Галины специально, потому что у нас наконец-то есть дама по имени Галина. Я ждал тебя всю жизнь, и позвонил, а ты встречай, я еду. И распустил Париж от счастья все зонты дождливым летом. И несколько часов, что разделяют нас, как будто вечность. И мчит меня такси с бульвара Массена тебе навстречу. Парижское такси летит из прошлых дней в аэропорт Эголь, единственной моей. Парижское такси летит из прошлых дней в аэропорт Эголь, единственной. И только верю я, что позвонишь мне, ты встречай, я еду. И будет петь душа моя на все лады дождливым летом. Парижское такси летит из прошлых дней в аэропорт Эголь. Парижское такси летит из прошлых дней в аэропорт Эголь, единственное мое. Обещал для Галины музыкальный подарок в подарок от меня, потому что у нас Галина есть в зале песня. Я думаю, я всегда хочу спеть, но у нас нету Галины, и уже много-много. Один год вообще не было, все лето Галины, я эту песню делал. Опять-таки Галина для вас.